Анкета. Афанасий Фет. Главная черта вашего характера – заботливость. Какую цель преследуете вы в жизни? Полезность. В чем счастье? Видеть плоды усилий. В чем несчастье? В безучастии. Самая счастливая минута в жизни, когда надел студенческий мундир. Самая тяжелая минута в жизни, когда узнал, что все мое достояние расхищено. Чем или кем желали бы вы быть, вполне достойным уважения? Где бы вы желали жить? В сочувственном кругу. Какому народу желали бы вы принадлежать? Никакому. Ваше любимое занятие – знакомство с поэтами. Ваше любимое удовольствие – охота. Ваша главная привычка – бронить тупость и пить кофе. Долго ли вы хотели бы жить? Наименее долго. Какой смертью хотели бы умереть? Мгновенной. К чему вы чувствуете наибольшее сострадание? К незаслуженным мукам. Какой добродетели вы относитесь с наибольшим уважением? К терпению. К какому пороку вы относитесь с наибольшим снисхождением? Скупость, не глупость. Что вы больше всего цените в мужчине? Ум. Что вы больше всего цените в женщине? Красоту. Ваше мнение о современных молодых людях. Что они, в общем, образование нас. Ваше мнение о современных молодых девушках. Что в них мало прочного. Верите ли вы в любовь с первой встречи? Верю Шекспиру, Ромео и Юлии. Можно ли любить несколько раз в жизни? Конечно. Были ли вы влюблены и сколько раз? 2 раза. Ваше мнение о женском вопросе, что это праздный вздор. Ваше мнение о браке и супружеской жизни, что это естественная тягота, которую надо уметь носить. С каких лет следует жениться и выходить замуж? От 20 до 50 и от 17 до 35. Что лучше, любить или быть любимой? Одно без другого плохо. Покоряться или чтобы вам покорялись? Без первого, второе отвратительно. Вечно подозревать или часто обманываться? То и другое глупо. Желать и не получать, или иметь и потерять? Первое. Какое историческое событие вызывает у вас наибольшее сочувствие? Отмена Наполеоном I, революции и казнь Пугачева. Ваш любимый писатель в прозе – граф Лев Николаевич Толстой. Ваш любимый поэт – Гёте. Ваш любимый герой в романах – Лукашка в «Казаках». Ваша любимая героиня в романах – Осинка в 3 смертях Толстого. Ваше любимое стихотворение. В последний раз твой образ милый. Пушкина. Ваш любимый художник. Скульптор Лиссип. Ваша любимая картина. Дрезденская Мадонна. Ваш любимый композитор. Шопен. Ваше любимое музыкальное произведение. Одна из его мазурок. Каково настроение души вашей в настоящее время? Пустыня. Ваше любимое изречение. Насильно нельзя забыть, заснуть и полюбить. Ваша любимая поговорка. Что же делать? Следует ли всегда быть откровенным? Не всегда можно. Искренно ли вы отвечали на вопросы? Не желал лгать. Расскажите самое выдающееся событие в вашей жизни. На этот вопрос Фет ответа не дал.